13 сентября 2015 года проходят многоуровневые выборы губернатора Краснодарского края, депутатов Совета муниципального образования Славянский район, глав трех сельских поселений. На 13 августа этого года в районе числится более 98 тысяч избирателей. В выборах в Славянском районе принимают участие 5 кандидатов на должность главы администрации Краснодарского края, 9 кандидатов на должность глав Ачуевского, Коржевского и Маевского сельских поселений, 83 кандидатов – депутаты Совета муниципального образования Славянский район. Время 7:30 утра. Двери участковой избирательной комиссии номер 4214 еще не открыты для избирателей. Здесь проходят последние приготовления к процедуре голосования. Прямо сейчас опечатывают стационарные и переносные урны для голосования. Через несколько минут начнутся выборы. Для тех, кто не смог прийти в день выборов по уважительной причине, со 2 по 12 сентября проходило досрочное голосование. Таковых на этом избирательном участке более 30 человек. На участке 4214 по списку 2291 человек. Перевод голосующих 28 человек. Мы ждем их на участке, и мы уверены, что они придут и отдадут свой голос. После того, как члены комиссии проверили списки избирателей, ровно в 8:00 голосование началось. Участок 4214 голосованию готов. Объявляю открытым. Валентина Гетьманова пришла на избирательный участок одной из первых. Говорит, отдать свой голос в такой важный для нашего района день – долг каждого. Ну, сегодня такой день, когда весь народ должен Славянского района проголосовать, отдать свои голоса за достойного кандидата, чтобы наша жизнь в Краснодарском крае стала стабильнее, чтобы молодежь могла найти свое место в жизни и в учебе, и в работе. И нам, пенсионерам, которые занимаемся общественной работой, я работаю в общественной организации, тоже жилось немножко лучше. Выполнить свой гражданский долг можно будет до 8 вечера, после чего начнется не менее важный этап избирательного процесса – подсчет голосов. 13 сентября выборы проходят почти во всех субъектах нашей большой страны. Более чем в 20 регионах будут выбирать губернаторов, в 11 изберут депутатов региональных парламентов. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Специальный выпуск «Выборы 2015».